Компания «Лукойл» проверила нарьинмарских школьников на знание истории родного края и развития нефтедобычи в Ненецком округе. Накануне во всех школах города и поселка Искателей прошла викторина для учеников старших классов. Ее приурочили к 90-летию округа и Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Для младших школьников организовали конкурс рисунков. 25 вопросов, 3 варианта ответов. За партами ученики 10 и 11 классов. Время на выполнение задания не ограничено. Участие в интеллектуальном квесте по желанию. 11-классница Марина признается, в ее семье историю округа любят и чтят. Важные страницы из жизни региона школьница узнает в беседах с мамой и бабушкой. Они развивают более подробные знания об округе. Это как наш край. И все должны, по идее, знать что-то более интересное, историю округа. Думаю, просто несложно будет. Одноклассник Марины Матвей вехи окружной истории познает из рассказов родственников и краеведческой литературы. Это нужно, потому что, чтобы знать свой округ, не забывать его историю, как он вообще произошел, и не забывать язык, литературу, разные другие культуры своего народа. Вопросы викторины, посвященные 90-летию региона и профессиональному празднику нефтяников, по мнению специалистов, совсем не сложные. Надо только немного подумать. Хотя есть, наверное, пару вопросов, где детей, может быть, смутит. А в принципе, советовались мы с педагогами, и все пришли к мнению, что как бы дети, в принципе, должны это знать. В общей сложности в викторине приняли участие порядка сотни старшеклассников. Победители определят 13 сентября. Торжественное вручение призов состоится во время празднования юбилея округа 15 сентября на центральной площади города. Ольга Русул, Влад Ткачев, телеканал «Север».